Перед выступлением Борис Дубровский встретился с музыкантом в гримерке и, конечно, пришел не с пустыми руками. Губернатор отметил, Челябинская область богата талантливыми людьми. Он не единственный, но такой он один. Я люблю джаз. Сейчас будем слушать, будем восхищаться. Анатолий Кролл – уроженец Челябинска, джазовый дирижер, композитор, народный артист России. Он основал несколько известных джаз-оркестров, написал музыку ко многим известным фильмам, среди которых «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх».